Я тут же, ну, поняла, что все достаточно серьезно, раз я не могу чувствовать ноги. Меня зовут Алена Алехина. В прошлом семикратная чемпионка России по сноуборду, двукратная чемпионка Европы. Сноубординг — это была такая влюбленность, то есть я по уши влюбилась. Хотелось лучше кататься. Ощущение скорости, высоты, полета в сочетании с музыкой в ушах. Я до сих пор не могу ходить. Эти, наверное, одни из последних, это 2013 чемпионат России по сноуборду 2013, то есть это перед травмой. Поехала в Америку, это были съемки, отправились на, как мне казалось, самую безопасную фигуру в парке, это такой был мягкий диван, через который выполняются трюки, и мы пошли туда. Я перестала чувствовать ноги тут же, ну и это было такое... абсолютно, ну, что-то неповторимое. Мне было очень больно, ну, то есть казалось, что все внутри просто взорвалось. Помню, как я сказала, снимите ботинки, а они сказали, а мы уже сняли. И тут я поняла, ну, то есть насколько я не чувствую. В больнице у меня уже было пианино в палате, ну, я просто играла для себя, это такая медитация была, то есть меня это очень спасало тогда. У меня было ощущение, что я себя просто вытягиваю из этого, то есть вытаскиваю, тяну каждый день из болота, я снова увязаю на следующее утро, и я себя опять из этого состояния вытаскиваю всеми возможными способами. Очень хотелось быть счастливой. Вот задачи видела просто доскрестись до конца этого дня через болевые ощущения, которые, ну, затмевали вообще большую часть дня. Я потеряла все, свою карьеру, свое тело, здоровье, работу. Ощущение, что это была просто какая-то другой человек, другая жизнь, и мне предстояло снова просто с нуля найти себя. До травмы у меня не было моих песен, я не пела, я не играла в таком объеме, как сейчас, а теперь есть. Это счастье, действительно мечтаю о детстве играть в группе, а сейчас я играю сразу в двух. Ботиночки, их используют в космосе, они предотвращают атрофию. Создается ощущение ходьбы, и нервные окончания, которые есть в стопе, прорабатываются. Их полчаса обычно, один сеанс, полчаса. Ровно 6 лет назад я отсюда уехала. Последний раз здесь каталась как раз. Ну, очень-очень интересное ощущение. Ну, то есть больше положительных, как ни странно, чем отрицательных эмоций. Ну, то есть мне здорово быть снова здесь. И эти какие-то родные звуки, запахи. Ну, то есть все такое, как будто я просто в прошлое вернулась. Но поскольку в счастливое прошлое вернулась, наверное, поэтому хорошо. Не знаю, не уверена, почему. Ну, то есть, почему не горько, а нормально, хорошо. Ну, то есть, ну, мне хочется кататься, это раз. Ностальгия такая, ну, то есть, когда чего-то в жизни было много, потом вообще не было, 6 лет, получается. Yeah.